1 апреля в 18 часов в киноконцертном зале «Панорама» состоится концерт выдающегося джазового пианиста Даниила Крамера. Подробности в нашем следующем материале. Даниил Борисович Крамер – уникальная фигура российского джаза. Универсальный музыкант и аранжировщик, тонко чувствующий самые разные стили. Советский и российский джазовый пианист, народный артист России, действительный член Российской академии искусств, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, педагог, композитор и продюсер, известный как своими регулярными и массовыми выступлениями, так и самостоятельно разработанной схемой гастрольных абонементов джазовой музыки в филармонических залах России. Крамер много гастролирует в нашей стране и за рубежом, как в джазовом амплуа, так и солируя в концертах с симфоническим оркестром. Играет со многими российскими и европейскими исполнителями, принимает участие в джазовых и академических фестивалях. Сейчас он трудится арт-директором на многочисленных фестивалях, проводимых в России, уделяя много времени начинающим музыкантам. Крамер уверен, что нация с пустой душой – это катастрофа. На нашем концерте Даниил Борисович разделит сцену с Дарьей Чернаковой, одной из самых востребованных джазовых контрабасисток. Она неоднократно побеждала на самых престижных профессиональных конкурсах, произвела поистине сенсацию на джазовом фестивале Лайонела Хэмптона. Добро пожаловать! 1 апреля в 18 часов киноконцертный зал «Панорама». Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Back to Jimmy.